Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая, прошло также в Житысузском районе города. Отметить 77-ю годовщину Победы собрались алматинцы из разных районов мегаполиса. Для горожан приготовили солдатскую кашу. А на сцене в исполнении хора прозвучали любимые песни военных лет «Катюша» и «День Победы». Собравшихся поздравила аким района. Крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мирного неба над головой. Мы должны помнить об этом дне, чтобы эта война никогда не повторилась в нашей стране. Праздник посетил и уважаемый ветеран Илья Кудин. В ряды Красной Армии он был призван в конце 44-го. После участия в разгроме фашистской Германии красноармеец отправился воевать против японских милитаристов. Демобилизовался только спустя 7 лет. Ну а молодым, как говорится, что завоевано было нами, чтобы они должны, чтобы это дальше продолжать жизнь, чтобы, как говорится, не стыдно было.